Большое количество аварий из-за превышения водителями скорости регистрируют инспекторы ГИБДД на Камчатке. Результатом такого безответственного поведения в лучшем случае являются ссадины, ушибы и переломы. За 7 месяцев этого года комплексами фото-видеофиксации было выявлено 74 466 нарушений. И это только за превышение скоростного режима. Необходимо понять, что двигаясь слишком быстро, водитель не оставляет себе времени на принятие правильного решения. Тем самым увеличивает шансы попасть в аварию. В ГИБДД напомнили, что тяжесть последствий в ДТП напрямую зависит именно от скорости транспортного средства.